Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Наконец-таки дошли руки, ноги, голос, голова и все подряд до Игры Престолов, до 4-го эпизода. Уже давно его перевели, но не было под него свободной дырочки, а теперь появилась, собственно, поехали посмотрим. Прошлые эпизоды были... Не сказал бы, что все уж совсем интересные, но надеюсь, что уж сегодня-то нас чем-нибудь удивят, тем более на экране, эти, как там называют правильно-то, ходячие, нет, не ходячие, из другой игры, или ходячие, еще, не помню, как их, короче, называют. Короче говоря, эти упыри. Ранее в «Игра престолов». Мой отец что-то планирует против своей семьи. Он знает все ваши слабости, все ваши планы. Потому что среди твоего совета есть предатель. Он закончил крупную сделку с кем-то в Королевской гавани. Нам сказали, что мы будем говорить с лордом Тирионом наедине. Довольно, Андрес. Северная роща? Это же хреново сказка для детей. Я слышал истории, старые сказки о тайном лесе внутри леса. Твой лорд знал, о чем говорит. Я часть довольного народа. Здесь нас называют... А, одичалые, все правильно, одичалые. Только это не одичалые, это что-то другое. Одичалые — это народ, а это призраки. Мое настоящее имя — Сара Флауэрс. Ты бастард? Хорошо, когда есть возможность поделиться подобным секретом. С тем, кому я могу доверять. А это Лена Гленмар. Ты до сих пор не связала себя с этой жалкой семейкой? Я сообщу отцу, что наша помолвка в силе. Это я ее развел, да? Пеший переход до Мариена. Мариен? Черт. Че? У меня осталось пара незаконченных дел, о которых я не хочу говорить. Если ты намерен рассказать о моих драконах, подбирай слова тщательно. Малькольм! Ты станешь послушным Форестером, усвоишь урок и будешь мирно лежать? А хер там я поднимался, я помню. Понял, мудак. Не думай, что это конец, Родрик! Форестеры должны выполнить свою часть сделки. Возьмите мальчика в качестве чего-то там. Убейте его, если с ним будут какие-то проблемы. Кстати, я так и не рассказал тебе о твоем отце. Сначала мы распороли его, будто свинью. Именно так оно все и было, да-да-да. Вали нахер отсюда. Если я не буду попадать голосами в тех, в кого вы привыкли, то я, собственно, не виноват. Я особо не помню, кого как, но здесь, в принципе, небольшое у меня количество голосов, которые могут из меня вырываться. Отличаются они лишь небольшой интонацией, поэтому не так страшно. Как говорится, основная, так сказать, это будет слышаться, да и хрен с ней. Главное, чтобы не очень быстро сейчас мы начали все это читать. Потому что я, как я помню, начало прошлого эпизода было дичайше быстрым, я вообще не успевал, когда там сидели, по-моему, в баре мужик тот и баба-то, не помню уже. Я серьезно, он очень давно не выходил, эта «Игра престолов», очень давнишняя, как бы, что, наверное, пару месяцев прошло с прошлого эпизода, я уже забыл почти весь сюжет, не только там кого-то зовут. Какого-то хера мы его скинули, по-моему, за стену, а его, в общем-то, нашли здесь. Гаррет Таттл, Черный замок. Я понял, что ты убийца, как только увидел тебя. Видимо, Брит тоже это уяснил. Теперь они все это уяснят. Он получил по заслугам, короче говоря. Брит был убийцей, и даже хуже. Он получил по заслугам. Ты в этом убедился, не правда ли? Сбросил его прямо со стены. Ты говорил мне, что за что оказался тут. Мы оба знаем, что у тебя руки в крови. А теперь ты убил одного из братьев. За это тебя лишат головы, Таттл. Ты будешь опален, обесчестен. Ого. Вы не можете убить меня, манс-налетчик. Дозору нужно как можно больше людей на стене. Честных людей. Верных. Но не брата-убийц. Теперь с тобой можно сделать лишь одно. Эй, Беспалый. Я видел, что Гаррет сделал с Бритом прошлой ночью. Я был там. Ну да, он был там, так и быть. Продолжай. Что ты видел, парень?
Гаррет не виноват. Мы стояли на посту, когда Брит напал на него. Гарретту оставалось лишь отдать отпор. На стене нет человека, который не продал бы свою мать за хорошую цену. Вы двое в сговоре. Вы заключили какую-то сделку. Вот так вот. Он же на нас нарывался постоянно. Это невозможно. Финн меня терпеть не может. Потому что ты долбанный оруженосец, который считает себя лучше других. Хватит. Гаррет убил дозорного. И он должен понести наказание. Пошел. Я знал, что было ошибкой делать тебя разведчиком. Беспалый. Что ты хочешь с ним сделать? Мы направляемся к Крастеру. Тебе придется подыскать кого-нибудь другого для своего похода. Ему нужно за многое ответить. А теперь с дороги, Сноу. Дай нам пару минут. Тогда целуйтесь скорее и покончим с этим. Гаррет, я помню, ты ничего не обещал, но это... Что произошло? Я думал, ты будешь умнее, Гаррет. Я поступил правильно, насрать вообще. Я знаю, что поступил правильно, это главное. Учитывая, что Брит сделал с твоей семьей, любой бы желал ему смерти. Но теперь тебе предстоит ощутить последствия. Но, Джон, прости, Гаррет. Тут я ничего не могу сделать. Мы лишили человека, так что будьте на страже. Выдвигаемся. Кажется, даже твоя мать бросила тебя. Тебе не придется долго скучать в одиночестве. Скоро палач навестит тебя. Че, вот так вот просто? А че же Джон-то? Ну ты же должен был его как-то спасти в конце-то концов. The old, the true, the brave. The brave. Старый, короче, правдивый и бравый, храбрый, что-то типа того. Очередной раз, уже в четвертый, мы смотрим с вами на заставку «Игры престолов». Только не ту, которая в сериале, а ту же самую, только нарисованную, собственно, компьютерной графикой. Хотя это тоже нарисована компьютерная графика, но это больше похоже на Майнкрафт, то, что здесь происходит, скорее всего. Хотя там не должно было, по-моему, быть таких закругленных, так сказать, граней. Я почему-то думал, что он окажется жив, что Джон снова возьмет его с собой и скажет: «Ладно, там, типа, ты спас мне жизнь в этом походе, поэтому я Беспалого там ушатаю, умотаю, уболтаю, с тобой ничего не будет». Но, как оказалось, нет. Убил мудака. Тебя убьют тоже. Неравноправия совершенно никакого. Я, если честно, не помню, кто из нас на кого первого напал. По-моему, я сам его растравил. Ну, сам так сам, собственно. Если уж такие правила, то что теперь поделаешь? Game of Thrones, он, как говорится. Поехали. Не такое быстрое начало, это очень хорошо, меня это, это меня очень радует. «Сыновья зимы» называется у нас четвертый эпизод. Перевод, кстати, от «Толмачей». Если кто не знает о тех самых «Толмачей», «Толмач Тим», прям пишите в гугле, и, пожалуйста, вам ссылка на контакт будет на их паблик, можете зайти и искать. Наконец-то, наконец-то, наконец-то. Просто, ни к чему бы не предвещало, просто в комментариях появится много слов «наконец-то». Только меня, смотри, не пали, я тут вообще ни при чем. Да-да-да. Так, это мы оказываемся, судя по всему, в лагере Кхалиси, если я ничего не путаю. Потому что она, по-моему, в теле... Ты хоть представляешь, как много людей до тебя лгали о моем драконе? Эшер Форестер, лагерь... Да. То были отчаянные люди, воевающие на богатство. Защиту. И все они были лжецами, каждый из них. И я думаю, ты не отличаешься от них. Я не такой, не надо тут на меня наговаривать вообще. Тогда вам стоит узнать меня получше. Я не такой, как они. Да ты и выглядишь, как они. С ног до головы покрыт грязью. О, черт. Старый знакомый прилетел. Испугались? А я думал, раньше вам уже доводилось видеть моих драконов, наверное. Ваша реакция говорит об обратном. Так, подожди, он намного меньше того, которого я видел. Чё? Ну ты кашляешь, сидишь. Хочешь потрогать его? Пожалуйста. Только если ты его не боишься. Разумеется, у человека, который ранее сталкивался с драконом, есть причина бояться. Ну, давай. Это не самая лучшая идея, Эшер. Да ладно, чё вы тут? Пойдем погладим.
Скажем, яйца стальные, пусть нам помогает. Да, это же всего лишь какая-то муха. Чё ты его боишься? Он маленький, он ещё глупенький. Нажмите ПКМ, чтобы вернуться. Так, на, потрогай. Ох ты ж, мать твою, ты что делаешь-то, собака некрещённая? Сука. Хотя бы храбрости тебе не занимать. Кажется, я им не нравлюсь. Ну, ведь руку он тебе не откусил. Или... Ты утверждаешь, что видел Дрогана. Чем докажешь? Я ведь говорил тебе, что мне не впервой слышать эти россказни. Показать ей клык. У меня есть это. Дроган, откуда у вас это? Что вы с ним сделали? Если вы вдруг навредили ему? Навредили? Это он на нас напал. Дроган никогда не нападает на кого-то без причины. Вы, должно быть, испугали его, или... Он не один из тех неразумных тварей. За нами гнались люди, вот так вот. Расскажем все честно тогда, чтобы не убили нас. За нами гнались люди из забытого легиона. Это они обнажили мечи и пытались убить твоего дракона. А Дроган защищался. Значит, это нормально, что твой ребенок чуть не сжег нас заживо, просто потому что он был напуган? У тебя крайне острый язык, наемница. Зачем ты пришел сюда? Ты солгал мне. И чего ж ты хотел добиться? Я солгал ей? Каким боком-то? Ты хочешь золото? Или, может быть, титул? Или, например, моей бесценной признательности? Так, мне нужны младшие сыновья. Если вы позволите, я хочу нанять младших сыновей. Они нужны мне, чтобы спасти свою семью в Вестеросе от гибели. Младшие сыновья, ты совсем потерял свой рассудок. Прошу. Я тоже прибыла сюда, чтобы пополнить свое войско. Но передо мной предстало лишь ужасное зрелище плачущих детей и страдающих людей. На ком несчастье наживаются и господа. Мои наемники помогут мне освободить рабов в Мирене. В этом состоит их предназначение. Их миссия куда важнее твоей. Так, мне не нужны все сыновья. Допустим, отряд Крофта пойдет со мной, остальные же останутся с вами. Они все принадлежат мне. Неужели я никак не могу вас переубедить? Рот свой прикрой, букашка. Как я уже говорил, мои люди готовятся к вторжению в Мириэн. Их цель намного важнее твоей. Важнее какой-то одной семьи в Вестеросе. Если у тебя нет другой идеи, кроме как взять Мэриэн штурмом и освободить всех рабов, то ты ничем мне не сможешь помочь. Крофт? Так, я столкнулся с драконом и выжил, вы чё? Думаю, в Мириэне меня не ждет что-то более ужасное. Какой же ты самоуверенный. Не забывай, что мой дракон лишь защищался. Я ведь говорю, я лишь выжил, и не более. А вот Бешка ее уже доводил сбывать Мирене. Она может провести нас туда. Какого хера? Это правда? Да. Какое-то время я жила в Мирене. В Мирине, твою мать. В восточной части города. Гребаный ты ублюдок. Мирин. Выходит, вы хотите сопроводить нас в город? Тогда проведите младших сыновей в Мирин. Я не могу вернуться туда, Эшер. Возможно, это наш последний шанс. Вы согласны с этим? Вот. Мы поможем вам освободить город, но только если вы согласитесь на мои условия. Мы говорим их после того, как все рабы будут освобождены от кандалов. Лично я думаю, это вполне себе справедливо. Ты и твоя подруга присоединитесь к отряду. Проведите их в город, помогите им освободить Мирен, и я прослежу, чтобы вас наградили. Мирен, да что ж никак не выговорит. Но твой дядя останется здесь. Если я узнаю, что вы соврали мне или подвергли моих людей опасности... Я понимаю. Отлично. Крофт ведет вас в курс дела. Предстоящая ночка обещает быть жаркой, наверное, чего там не успел. Смотри, этот похож на эту. Одинаковый. Ну и что ты натворил? Мы серьезно пойдем в Мирин? Хватит уже тут сопливить-то. Перестань жаловаться, Бешка. Все не так уж и плохо.
Ты не все знаешь. Мишка, ты, пока есть время залатать свое снаряжение, вон там вы сможете отдохнуть перед вылазкой. Если вам захочется поссать, в углу есть ведро. Что, на землю нельзя, что ли, там за камень куда-то? Или как это, что? Что такого-то? Ей вообще ведро будет неудобно, забрызгается все. Давненько у нас не было... Что-то там не было давненько. Мне понадобилось 2 года, чтобы достичь текущего положения. Даже не вздумай поднасрать мне, Эшер. Нейл! У нас пополнение! Ну, окей. У ней, короче, одежда, как у меня было в этом. В Dragon Age в первом Уора такая же херня. Прям копия, реально прорисован доспех. Чувствую, такой холодный. Ебать, не могу руки прислонить к железке, очень холодно. Ладно. Родрик Форестер, роща. Смотри-ка, уже пляшет прям, смотри, скачет с мечом. Ты красавчик, молодец. Ай, нет, все опять падает. Будь проклята, чертова нога. Проблема не в ноге, Родрик. Вам нужно тренироваться. В прошлый раз вы взяли над грифом верх. Но когда он будет искать отмщение, вы думаете, что сможете дать ему отпор? Он будет зол. Хватит разговоров, действительно. Разговоры дел не помогут. Вам не под силу сражаться через боль. Вам нужно попробовать что-нибудь другое. Вы не можете держать меч как раньше. Так что найдите другое преимущество. Обдурите своего противника, сделайте что-нибудь, чего он не ожидает. Чего, например? Ну, сейчас покажу. Че ты, показал, как сбегать в поле боя? Нападайте. Нападай, че? А, ну-ка давай, поехали. Опа! Красавчик вообще! Отпустите противника до своего уровня. Когда я нападу на вас, увернитесь от моего меча и ударьте по задней стороне моего колена. Ждите, когда я нападу на вас. Окей, давай. Чё-то мать-то пригрустила. А, бляха-муха, этот... Уже на кнопки надо нажимать. Раньше не могли сказать, я мышку держу. Попробуем еще раз. Опа. Отлично, в сторону. Да ёб ты ж, как непривычно-то сейчас вообще. Так всегда, я забываю управление. Поехали, давай. Опа. Опа. О, делов-то. Как он все руку об не режет. А, так-то лучше. По-моему, ты мне поддался. Милорд, извините, что прерываю вас. Элейна? Она настояла на немедленной встрече с вами. Леди Элейна, я слышала, мы станем сестрами. Талия? Чё, тебе не разрешили, что ли? Родрик, могу я с тобой поговорить? Наедине. Походу, она сейчас скажет, короче, все, меня кинули, я не могу. Помнишь моего младшего брата? Колчан, как же ты вырос. Зови меня Артуром. Надеюсь, ты не возражаешь, чтобы мы пришли без предупреждения. Но кое-что случилось. Я не знала, что еще делать. Так, ну давай, типа, скучал. Я тоже по тебе скучала. И по правде говоря, ты единственный, к кому я могу обратиться. Лорд Уайтхилл навестил моего отца в родниковой переправе. Он сказал моему отцу, что ты не подчинился грифу и... Ой, он хочет преподать тебе урок. Будто я какая-то разменная монета. Ты хочешь сказать, он требует, чтобы я отменил нашу помолвку и вышла за его сына Грифа? Чё? Лорд угрожал моей семье. Сказал отцу, что если он откажет, нас уничтожат вместе с вами. Отец повел себя как трус. Он согласился, Родрик. Я выхожу за Грифа Уайтхилла. Так, ты должна возразить. Ты должна возразить своему отцу. Я собираюсь. Думаешь, я хочу выйти замуж за эту мерзкую свинью? Но отец не слушает нас. Я не собираюсь быть костью, которую швыряют собаки. Я ему не какой-то там трофей. Мы должны избавиться от него. Кого, от отца? Другого выхода я не вижу. Lord Whitehill's made up his mind. Так, ну да, пора. Пришло время показать Грифу его место. Мы надеялись, что ты так и скажешь.
Ядрить, смотри, нихера себе войско привели, красавцы вообще. Вот молодежь поджигает. Сейчас кому-то жопу оторвут, по-моему, Грифу-то. Ой, Гриф, короче, сдавайся. Вы привели своих людей. Я команду элитным гарнизоном отца. Эти люди натренированные лучники и мечники. Знатоки. Дальнего и ближнего боя. Они станут твоими, если ты поможешь нам покончить с Грифом. Весь гарнизон. 20 человек. Мой отец думает, что они плывут в простор. Что ты потеряешь, Родрик? Гриф — это кошмар твоего дома. Нет смысла оставлять его в живых. Так, а у них еще есть же братан, или как там, братан? Уайтхиллов мой младший брат. Если я наврежу Грифу, кто знает, что они сделают с Райаном. Рионом, Райаном, как правильно так. Я понимаю твое беспокойство, Родрик. Я тоже не хочу, чтобы с Райаном что-то случилось. Знаю, это звучит безумно, но другого выхода нет. Покончи с Грифом, и ты сможешь использовать гарнизон, как захочешь. Ты, наконец, сможешь вернуть себе свой дом. Прошу, пообещай мне, что поможешь нам. Я люблю тебя, Родрик. Так, подожди. Ну, я сделаю, что смогу, но не обещаю. Я помогу вам, но только если другого выхода нет. Боюсь, что да. Спасибо, Родрик. Я знал, что ты поможешь нам. Мои люди твои, командой. Спасибо, Артур. Оставишь нас на минутку? Алекс слушается. И все разошлись. Красота. Ну, что, целовашки? Ты не представляешь, как много это значит для меня. Или мне следует сказать для нас. Может, когда все это закончится, мы сможем снова сыграть в прятки в роще. Притворимся, что мы все еще дети. Давай сразу подкат. Я люблю тебя, Элейна. Я тоже тебя люблю. Ну, конечно, целовать, а что тут зря бубнили, что ли? О! Это нормально, развязочка. Только что вот с мелким будет? Конечно, не очень все хорошо вышло, по-моему. Хотя эта игра представляет не так много вариантов. Он в любом случае либо умрет в конце, либо не умрет, как было в первом эпизоде. Тут в таких вещах мало чего зависит от наших решений. Так, это что у нас? Этот, как его называют-то? Забыл? Давно Игру Престолов смотрел, все забыл, короче. Королевская гавань, точно, Мира Форестер. Поверить не могу, что его коронуют так скоро. Короли становятся все моложе да моложе. Томмин еще не готов, он слишком мягок. Быть может, так беса задумал. Интересно, будет ли там Маргери Тирл? Мы хотели искать королеву Маргери. Она была жената на Джоффри. Всего пару часов. Интересно, выйдет ли она... Толпа беснует, толпа не понимает. Тихо, у Ланнистров повсюду есть шпионы. Шпионы. О, мелкий помощник. Здорово! Сейчас опять что-нибудь расскажет нам интересненького. В чем дело, Том? Помнишь письмо с предупреждением от Родрика? Да, он писал про человека Уайтхиллов. Что ты о нем узнал? Ничего, кроме слухов. Но твой брат был прав. Лорд Уайтхилл. Сучонок ушастый. Лорд Уайтхилл посылает много золота кому-то в Королевской гавани. Он явно что-то затеял. Так, я знаю, про кого идет речь, да? Только я не знаю, правда. Могу поспорить, что в этом замешаны те торговцы с жизнестволом. Лорд Моргрин и Лорд Андерс. Трудно сказать. Лорд Уайтхилл, на удивление, скрытен. Они будут оба присутствовать на пиру в честь коронации... кого-то там. Может быть, тебе удастся что-то... Я не могу. Маргари не очень-то мной довольна. Меня не пригласили. А Сара может тебе помочь? Пусть она проведет тебя на пир. Она ведь может? Так, я заставлю ее, само собой. Думаю, я смогу ее убедить. Мне известны ее секреты, которые она не станет рассказывать любому встречному. Значит, придется надавить на нее. Так, пир вот-вот начнется. Только будьте осторожны, леди Мира. В Королевской гавани для вас небезопасно. Что-то как-то давить на чужие секреты-то... Она поделилась, рассказала, она давить собралась, что-то я не подумал об этом. Как-то некрасиво и неправильно. Надо попробовать ее просто попросить, потому что... Ну и в крайнем случае надавить. Ну, как бы рассказал и рассказал, что ж теперь, сама виновата. Но так не делают. Если она доверилась, мы не можем как бы ее так сильно подводить.
Но ради своей цели в другой-то стороны тут столько выборов. Эй, ты что тут делаешь? На кухне еще осталось что-то там. Стража узника. Его заперли в старой кладовке до утра. Это тот, который убил Брита? Никуда он не денется, пошли. Никто не заметит, что ты ушел. Ладно, съем маленький кусочек. Он скорее замерзнет насмерть, чем сбежит. Смотри-ка, у нас появился шанс на побег. Так, карту мы складывали в прошлый раз, я помню. Северная роща находится под надзором чего-то там. Ну окей, поехали, чё. Так, посмотреть на дверь, посмотреть на ведро. Ну-ка, что там в ведре-то у нас? Найдите выход. Видимо, это сортир. Я здесь недолго, так что мне он не понадобится. Ну хорошо, так, тут что, мешок лука взять. Какой-то хер. Лук и ягоды. По крайней мере, не помру от голода. Найти бы выход отсюда. Как можно жрать лук, ты угораешь, что ли? Так, посмотреть на опилки. Гнилые опилки. Бесполезная хрень. Так, посмотреть на дверь, ну-ка. Вроде все ушли, да? Все пока потихо и чисто. Там никого нет. А больше здесь нет ничего, да? Так, ржавый мастерок. А, вот, взять надо. А чё мышка-то не идет? Алло. Ну-ка. Во. Пригодится кому-нибудь под ребро засунуть? Может пригодиться. Ну, я и говорю. Так, мастерок. Тут что еще есть такого полезненького-то? Опа, мешок. Песок, посмотреть. А, обычный песок. Да я и не думал, что там что-то есть. Я просто хотел узнать, что тут еще есть. Так, использовать мастерок. На шаткий камень. Ну, а, дверь с петель снять, ну неплохо. Ну правильно, он же заперт. Просто так же его не будут оставлять без замка. Гаррет! Гаррет! Коттер! Коттер! Что ты здесь забыл? Я подслушал один разговор. Тебя казнят завтра утром. Финн? А Финн? Он сказал им? Никто не верит ему. Или же не хочет. Но они думают, что он покрывает тебя. Некоторые даже говорят, что он помогал тебе. Я должен выбраться отсюда. За этим я и пришел. Помочь. Тебя ведь тоже казнят? Зачем тебе это? Я рассказал тебе свой секрет. И ты сказал, что мы друзья. Каким же другом я буду, если брошу тебя на погибель? Поэтому я вытащу тебя отсюда. Так, я у тебя в долгу. Если выберемся живыми, я... Ну, раз уж ты заговорил об этом. Чего? Я хочу с тобой, Гаррет. В Северную Рощу. Ну так пошли, в чем проблема? Ты знаешь, что мне нельзя тут оставаться. Я сбегу из Черного Замка, но мне бы не хотелось сделать это в одиночку. Так что если ты пойдешь на север, то я с тобой. Я никуда не пойду, пока не выберусь из этой сраной кладовки. Я могу попробовать взломать замок, но не уверен, что получится. Ну выталкивай камень в конце-то концов. Зря я, что тебе мастерок-то подобрал. Опа. Гаррет, что ты делаешь? Выбирайся отсюда. Чего? Кирпич. 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 Отколоть. Кирпич. Какая разница между кирпичом и отколоть? Это одно и то же. Вижу. Он почти выпал. Я попробую вытолкать его. А ты тяни, понял? А, давай, ку-ку-ку-ку-ку. Е. Нормально так двери вскрывают. Надеюсь, никто этого не слышал. Эй, получится пролезть? Ну, наверное. Чё, ну ты же все-таки в темнице, давно не жрал, значит. Харит не такая большая, должна проскочить. Давай! Ух, мужик! Пролез, молодец. Там как червяк, сука, просочился через щель. Идет сохранение. Так, давайте мы на этом закончим, на этом сохранении. Мы, так сказать, сейчас будем делать с вами дерзкий и долгий, я так понимаю, побег. Поэтому, как обычно, серии у нас идут в районе получаса, по-моему. Я специально проверял. Проверялся. Короче говоря, вот такое начало эпизода. Не скажу, что уж прям такое интересное. Пока из всего интересного только побег из тюрьмы, а так вроде как какая-то закваска намечается. Но мне кажется, тут весь эпизод пройдет в закваске непосредственно к пятому эпизоду. Там, я не знаю. Хотя на этой картинке нарисован этот сраный это синий пес. Значит, может быть, мы их даже встретим, может быть, даже подеремся или что-то типа того.
Все, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии. Всем пока. Раньше здесь был мат.